Саши. И вот сейчас Бабел уже в основном составе сборной Гал. И Черник играет двумя. Ему было 17. И в этом матче не очень-то хороша. Счет 0-0, удар поворотом. Голландцы уже успели вернуться, поэтому численное преимущество на их стороне. Но и остальные уже успели подключиться. Удар поворотом. Робин. Удар поворотом. Перекладина. Пропер снова. Снова Дейли Блинт. Вот так. Янсен как раз и попал в перекладину, причем пробил из-под. Бабел. Робин. Удар поворотом и 1-0. В нынешнем отборочном турнире 2 гола он забил в ворота сборной Болгарии. И вот. Райан Бабел. Пасует своему партнеру. Прострел. И там за малым Бабел не коснулся мяча. Дейли Блинт несется поддержать попытку продолжить эту атаку и, в общем, не дает. Мяч так и остался единственным. Бабел. Еще одна передача. Положение вне игры, поэтому гол засчитан не будет. Майкл Оливер. Воронин, но вот, вот такие вещи. Ланович. Неплохая перспектива у этого наступления. Навес, наверное, самое предсказуемое из того, что мог сделать Драгун. Есть у него продолжение. Кстати, у Станислава прекрасный удар. Он может воспользоваться им, если захочет. Внешней стороной передача на правую сторону штрафной площади. Угловой в итоге. Подача. Повисает мяч в воздухе. А удар Бабела. Русы в атаке. Такое забегание. Сильный прострел не получился. Получился прострел и Тони де Вильяна. И вот он с мячом. Очень хороший пас получился. Дэви Пропер на Робина. Робин уже с мячом. Почти на линии. Аккуратный наброс. Райан Бабел снимает мяч у него с ноги. Робин. Красиво по-робиновски. Удар поворотом и спасает команду Сергей Черник. Предсказуемо им Черник свою команду выручил. Угловой удар. Подача. Снова Робин подает. Черник на этот раз играет уверенно. И Черник выручает. Не замечай. Подача. Баланович призван немножечко помочь своему коллеге. Но пока, судя по тому, как Робин здорово играет и в этой ситуации, у голландцев все получается. И все нормально. Может быть, Ян Мат. Дарил с мячом. Аккуратный навес. Слишком аккуратный. Например, так. Бабел остается с мячом, пасует Робину мяч. Дальше вперед. 62% на 38% владения мячом. В среднем по первому тайму, но в последние минут 10, там около 80, мне кажется. Подача, удар Янсена. Сборной Голландии. Голландцы как раз в атаке. Пропер пасует направо на Ян Мата. Дэрил подает, удар поворотом. Снова Янсен на второе место. Снова Ян Мат идет в атаку. Это очень интересно. Слишком долго ставил корпус. Бил вперед. В первом тайме был очень активен, вдохновленный своим первым за долгое время приглашением и игрой за сборную. Голевой атак. То есть был одним из авторов голевой передачи. Ну а это момент для удара поворотом у Винсента. Находит Бабела. Два бывших игрока Аякса взаимодействовали друг с другом. И снова Бабел. И аккуратный наброс. Удар через себя пытался нанести. Корницкий слева на подачу в штрафную площадь. Опасный момент. Внимание, удар. И спасает команду Есперс. Но касание. Интересно. Драгун. Прострел. Ух, момент у белорусов. Еще. Потащил мяч вперед. У него нет помощников, поэтому он бьет сам. И момент еще один. Взяли паузу. И хозяева этим пытаются воспользоваться. Володько. Удар. Гол. Один со Швеции интриги. Вот этого точно никто не ожидал. Передачу, а удар в дальний угол. Стасевич. Вдохновленный голом белорусы идут в атаку. Удар. Попытка. Была подача, наполовину зарезанная повтором. Вот теперь выясним. Вот навес, падение Баса Доста.
нападающего. Арьен Робин будет бить. Внимание, удар! Точно в угол Сергея Черника попадает.